На самом деле, мы ни хрена не продолжим завтра, потому что наши приключения еще не окончились. У меня уже тошнота прекратилась. Глаз. Да. Выздоровел, да, мне тогда еще глаз болел. В общем, пойдем сюда. Сори за то, что нашего видео завтра выйдет, но... Ну, снимать буду. Ах ты, блин! Микробы вы дурацкие. Да. Не, уже не договорил. Если их вместе совмести, одного и того же цвета, то они просто все умрут. Да, мы в прошлый раз делали такие тупые фотки. Да. Ну, сказал я, что видео не буду записывать уже завтра, потому что я на самом деле не знал, если честно, как долго все пройдет. Сейчас, оп. Что это за фотка? Ладно, здесь меня, короче, поняли. Пойдем туда. На! Оп-оп-оп. Чё-то вижу, чё-то вижу. Да, они могут процентов вроде отравить. Да, желтый еще микроб. Оп! Да ты! Да ты меня уже бесишь! Где? Их можно убить, кстати. Я помню, их можно еще убить. Если народ все красные, то надо тут. Такой. Сейчас снимите. Нам. Погоди. Я не понял. Я же точно помню, что мне вроде давали красный перчик. Красный перчик мы давали. Ладно. В общем, что это за дичь? Я вам скажу, это какая-то блок-комната. Из этого монетки просто не повыпадают. Просто показывает, ну, тренировка, все такое. Тут наши познакомят еще и с новыми блоками. Это из других игр. Так, блок used in Paper Mario. Блок used in Super Mario 64. Блок used in Super Mario Bros. Блок used in Super Mario World. Окей. Там вот еще два типа будут. Вот. Оп. Сейчас просто покажу, как это работает. Кстати, это неплохой источник бабла. Тут вам нужно будет хорошо поиграть. Я помню, я задавался вопросом, а что у меня там, блин, за хибины? Я вам отвечу, я просто до записи поиграл дважды в одной мини-игре и получил два хибина. Это ралли-блок. А вот это вот рандом. Вот этот. Просто становись вот так и... Короче, как-то так. Ралли, вали... Ралли, вали, жрали, ржали. До сих пор помню. Так, в общем, пойдем сюда. Погодите. Да, вот сюда. Идем сюда. Сколько ж тут микробиков? Да ну. На. На тебе. По морде. Давайте попробуем. Как бы красно, чтобы они сдохли. А, ладно. О! Все, сдох. Сдох. Да ё-моё. Почему-то мне кажется, что красный игрок выглядит как какой-то пёсик. Да вы... Да вы замотали меня уже так изнасиловать. Я специально так сделаю. Так.
одна проблема меньше. Level up. Есть. Яго! Обожаю его клич. Посмотри, как он выплясывает. О, круглое число. Это музычка. Она просто превосходная. Что, давайте вот так. Все, у меня нации закончились. Ой. Мне нельзя шуметь. Сейчас же ночь. Вообще такой не было. Сейчас, погоди. А, да-да. Сейчас, погоди. Попачку давай сюда. Да, погоди, да? Вот так. Побежали сюда. Желтые микробы. Иди сюда. Умирайте, желтые. На. Его качают. Блин, я весь стол на уши поднял. Мне просто не очень рада сорвать. Ну, сам да. Жак, они так отплясывают. Вот, релиз код. Это до, после. Сейчас погодите. Какие-то такие рободинозавры. Мехачомп. А, окей. Чомп, это как чомпер из Plants vs. Zombies, да, я помню. Знаешь, ничего, вот этих прием. Кстати, когда там они залагают, там просто поменяются местами. Видите? Я не помню. Блин. Так. Вот, все, залагал. Еще, погодите. Да, погоди. Вот так. Сейчас, смотрите. Вот так, он просто поменяет местами. Все, все нормально, теперь можно его забивать. Так, в общем, как вы помните, вот так. Вот так.
Ладно. Оп. 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 Такая интересная головоломка. Оп. Правильно. Вау, глаз открыла. Куда последовало? Следовало оно сюда. Вот прям по источнику с... О, господи. Что? Ой, вот так, вот так, вот так, вот так. Так, вот так, вот так, вот так. Все, пошли сюда. Вода, сколько там микробов, а? Ой. Вот интересно, еще зона для сражения. Вот эта библиотека. Где? Оп! Специально так. Они все умерли желтыми. И ничего. Попросту ничего. Ты... Нет, ты что, дурак? А если все эти... Просто красные, кстати, синими умрут? То опять же ни хрена. Тогда чё? Будем сейчас каждого изнасиловать. Так, стоп, давайте не будем, а? А, блин, поздно. Так. Да ё-моё! На. Просто хочу все-таки посмотреть, что будет, если они все умрут красными. Мне это раньше обычно давал перчик красненький. Ну, видимо, не сегодня. Так, ну давайте поиграем в Rally Block. Хотя мог бы и больше. Коридор. Коридор. Нормально вообще. Коридор. Погнали, 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 погнали. Стой, 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 стой. О! А я знаю эту головоломку. Серьезно знаю ее. Знаю, как ее решить. Так, для начала помещаем сюда Марио. Вот так. Закрыто, блин. А что делать-то теперь? Я сюда выезжу. Дверь закрывается. Появляется такой блок. Марио нажимает. И нам предлагают помирать мини-игру. Jump using the A and B buttons and hit the blocks so they move to destroy points. Get 30 points in 25 seconds or less, and the door to the next area will open. Ах ты, блин. Господи, 83 миллисекунды осталось. Мари, бежи сюда. Бежи сюда. Оп, грибочек. Вот сюда. На. Все. Выходи. Погоди, там есть еще одна такая секретная комната. Да, сейчас туда войдем. Вот здесь. Где-то здесь есть секретный такой блок.
могу. Я не могу слышать этот звук больше. Вроде. Блин, не так. А, вот. Вот, ну тот самый блок. Под вот этим вот крестом. Бежим теперь обратно. Так, давай увеличивай нас. Не марно. Стоп. Как мара в городе, походка за выдачу идет. Что, теперь открыли вот этот проход. Ой, стой, стой, господи. Погоди. Вот это. Всё, побежали отсюда. Давайте снова сохранимся в том коридоре. Да господи! Здесь столько всяких таких штучек. Чакобин, давайте посмотрим, сколько у нас сейчас чакобинов. 26. Как раз можно прокачать кое-кому скорость. О, господи! Выжили, капец, какой сильный стал. Наверное, можно скорость выжить, прокачать. Тоже надо чуть-чуть быстрее бегать. Как бы он еще меня слепит. Давай. Восемнадцатый левел ап. Круглое число. Странно, почему, блин, у кого что такое я нашел? Погоди, сейчас. В общем, у Луиджи сила гораздо больше. Но почему-то он урона наносит меньше, чем Марио. Почему? Неизвестно. Погоди, давай. Вот, все нормально. Ненормально. Значит, сохраняемся. Shutter hashtag 2. Что такое шаттер, я не знаю. Опачки. Опа. Ой, стой. Ой, стой. А, все, блин. Нет, ничего нету. Ага, вот тут есть. Прыгиваем, бежим. Вот, только теперь он будет стрелять не фаерболом, а электрическим снарядом. Пачки, это что? Блок этот от нас бежит. Погодите. Вот нужно сюда. Опачки, там микробики. На. Так, теперь можно будет пройти туда. Сражаться с ними я, естественно, сейчас не буду, потому что произойдет нечто трагичное. О, очки. Ой, ё-моё, стой. Так, теперь Марио туда пойдет сейчас. Мы попали в некий лабиринт. Тупик. Да.
этапе эксперта появилась бочка. Давай увеличим. Все, нормально. Хотя... Давай все-таки с ним посражаться, все равно нужно идти вниз. Хотя можно было и спинджамп использовать, но у нас... Забить. На. Ладно. Так. Пофиг. Как же сложно-то путешествовать, а? Нажимаем. Нажимаем, я сказал. Вторая бочка. Все, можно идти назад. Блин. Сейчас спожа красная гроба. Сохранится. Забыл. Барел Ария. Бучковая зона или что-то такое. Я точно знаю, что Ария приводится как зона. Так, теперь какую же нам выбирать? Вот эту. Я не хочу проверять, что будет, если не, если вот эту выбрать. Ура, залагала. Нет, залагала. Луиджи похитили. Нужно его спасать. Зато там проход открыт. Сохранится? Ну, давайте. Мне кажется, все-таки долго проходится. А продолжение вы узнаете скоро. Опять на самом интересном моменте, да? Ну да. У нас сейчас будет операция по спасению Луиджи. Точнее, на следующий выпуск будет операция по спасению Луиджи. И остановка как Летты. Завоевание бензвездой. Боба-звездой. Да. В общем, ждите. Не покидайте. Скоро все уладится. Обещаю. А пока подпишитесь. Чтобы Марио помог. Ну, чтобы Марио смог быстрее найти Луиджи. Ну, и Дэдтаун поддержать. И Флауи теперь заодно. Да. А теперь якобы мои подписчики довольно крутые ребята. Снимают довольно качественный контент, особенно Дэдтаун. Флауи только в саундтреке. Ну, тоже неплохо. Он нас обоих всех опередил. В общем, просто подпишитесь на меня. На Флауи. Мы трое снимаем качественный контент. Серьезно, подпишитесь. И повторяю, кто не подпишется, того молотком пришибут. Хоть туда, хоть сюда. Как угодно, мы вас всех опинаем. Просто подпишитесь. Ну и вам 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Все. Берегитесь, если не подписались на нас.